Ой, боже! Блядь, ну куда ж он летел-то, придурок, а? Вот куда он бежал, а? Сейчас ему через голову переехали. А куда он бежал-то? Куда? От этой девки он бежал. Либо за рулем. Ёпта! Ну что она побежала-то? Thank you.
Ебать тебя в сраку, блять, сука! Ты чё, бля, отрезаешь, ебанашка, бля? Нахуя ты делаешь такое, бля? Права только где что? Только что ты мне сказал. Я тебе в рот выебу, гондонка! Ты нахуй там меня подрезала, блядь? Ты смотришь в зеркала, блядь, вообще нахуй ты получила права, блядь? А ты ездить не умеешь? Нахуя ты делаешь такое? Долбоёбка, блядь! Чтобы ваши клиенты узнали, что даже в кризис ваша компания не стоит на месте, продолжает работать и развиваться. Вы бы воспользовались моментом и увеличили свою долю на рынке. Вы бы заняли лидирующую позицию. Thank you.
делают сами или мы им предоставляем? Ой, блядь! Охуеть! Аня, ответь. Нет, не ты ответь, ты вперед сейчас поедешь. Может, там вставать же надо? А ты куда? Открытие большой жизни начинается с малого. Двор детства, войнушка, лучшие друзья. Тот, кто не даст сбиться с пути или выведет на дорогу. Нас сопровождает кто-то незаметный, но очень особенный. Взлеты и падения – это часть опыта, который мы делим с ним пополам. Внезапные потери не так заметны, потому что он часто теряет за нас. У него есть сила исправить, устоять, выдержать, предупредить. Всегда хочется быть выше условностей и обстоятельств, когда самое сложное достается кому-то еще. Тому, кто прикрывает твой тыл, стережет твой храм. Каждый раз этот кто-то искренне прощает все. Он рискует, но его долг быть настороже, когда ты беспечен. Когда-то ваши пути могут разойтись. Но не отпускай нить. Держи свободной дорогу в свое сердце, чтобы он мог вернуться домой.